Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Всем привет, всем хорошего дня. Сегодня я нахожусь в городе Богородицке, где сделали очень красиво все. Отделано, смотрите, какие здесь покрытия. Вообще классные покрытия. Вот такие дорожки. Только вот эта красота. Вот такие качели маленькие для детей. Вот, смотрите, грибок. Да, знаете сколько? Наверное, со всего города Богородицка пришли с детьми. Да. Да канат хороший, а там крепление плохое, там проволока тонкая. Смотрите, там надо потолще было крепление делать. Смотрите, какая проволока, видите? Петля. Петля, петля сама, смотрите, видите? Она же может оторваться, там просто сварка, надо хорошую петлю делать. То есть из толстого. Ну. И с той стороны, да, везде там, да? И так везде, везде, вот там петля тоже такая же, видите? Понял, и... сама петля, зачем? За что она цепляется, петля? Ну, ее надо делать. Кольцо мощное. Мощное, да? Мощную надо делать. Сам этот треугольник хороший, да. А вот эта петля, она слабая. Ее надо переделывать, иначе... Может, потяжелее будет. Потяжелее, да, килограмм стоит, вот ребенок там полезет, ведь дети разные, да? И 70, и если ожирение, как говорится, третьей степени у детей. Он ее оторвет. Оторвет в раз. Вот. Поэтому смотрите лучше за детьми. Вот такие вот. Смотрите здесь. Смотрите, пока детей нет, я показываю. Смотрите. Да, вот такой вот все здесь. Вот такие эти. Вот. Такие вот качельки. Вот такие качельки здесь. Вот такой же у нас, только у нас, видите, здесь вот, вот такая красавица. Вот такая красавица у нас. Видите, какая здесь. А у нас поставили, настоящее говно у нас поставили на сахарном заводе. Здесь, смотрите, крепление все нормально вот это. И правильно поставили, крутится отлично. А у нас плохую поставили. Вот такая качели. Так, пойдем еще сейчас другие я покажу. Вот такую нам туда бы на сахарный привезли бы. Да. Это качать ноги. Вот это. Вот это качать ноги. Вот это. Сейчас я покажу. Сейчас я вам покажу. Вот так, раз, вот так делаем, вот, видите, качаем ноги, вот так, там мне рюкзак просто мешается, вот так, качаем ноги, супер, классно, классно, очень классно, мне нравится, я с удовольствием ходил каждый день на эту процедуру, да, там тоже, сейчас ноги девочка будет залезет, сейчас покажет, как... Я ножки, просто только ножки она. Вот видите, ребенок. Видите? Видите, как классно. Это для ног. Мышцы ног будут всегда хорошо в тонусе. Вот так, вот так. Вот. А это вот качать пресс. Качать руки. Вот такая штука. Привет. Вот, на, качать руки. Туда садишься и вот так качается. Видите, какая штука классная. Вообще. Ну, а это там губернаторский этот. Вот. Там вот такая еще качелька с грибком. Классно все. Детей очень много. Очень детей много. Да. Так, ну и фонтан я еще пойду покажу. Вам фонтан. Сейчас. Покрытие мне нравится. А это перед... Да, покрытие. Как в Москве. Вот такое в Москве покрытие. На спортплощадках и на детских площадках такое покрытие. Красивое. Действительно радуется душа. Так, сейчас, секундочку. Вот видите, такая вот лестница. Вот такая лестничка здесь красивая, да? Кольцо, лестница, кольцо. Вот здесь вот такая, смотрите, красивая. Вот такое. И вот здесь вот тоже.
красота. И вот оно тоже кольцо. Есть такое кольцо, есть такое кольцо. Вот, все это сделано красиво. Здесь дети теперь будут пропадать. Да. Но самое главное, чтобы не было никаких вот эти вот крепления были хорошие. Так, и там мы сейчас подходим. Здесь постоянно будут теперь дети, наверное, со всего города. Потому что одна точка такая у нас здесь, в городе Богородицке. Вот. А больше таких нету. Только одна вот здесь. Так. А здесь еще и не доделали, видите? До конца, видите, до конца вот это вот все. Как на площади, до конца не доделали. На площади точно такая же фигня. И там вот кирпичи валяются, ну, плиточная, тротуарная плитка. Вот она валяется здесь. Так же, как не доделали. Открыто открыли, да? А они не доделаны еще. Ну, наверное, делать будут. Вот. А тут уже бычки люди кидают. Курят мужики, кидают. Это прям хамье натуральное. За это надо и вот от пива бутылки, эти крышки от бутылок кидают. Но фонтан сам сейчас не функционирует. Вот. Но тут еще не доделали. Такая лавочки красивые. Все здесь красивые. Фонари поставили красивые. Мне очень нравится. И урны поставили. Вот почему не кинуть бычок в урну, да? Обязательно в фонтан надо было кинуть. Вот так, ребята. Так что всем хорошего. Спасибо вам, что вы просматриваете мой канал. Я с вами, Марина. Вот это мне нравится. Действительно красиво и хорошо. Ну все, пока-пока. Хорошего вам воскресного вечера. Желаю прежде всем здоровья, воздравия.